Наша цель – аукционный дом Барсоди. Конкретно сокровищница. Эвелина, ты войдешь в башню, как только пройдет патруль, и спустишь нам веревку. У нас будет не более 5 минут. Этого хватит? Более чем. Великолепно. Поднимаемся в башню, оттуда в аукционный дом. Внутри никого не должно быть. Но если что, у нас есть Геральт и его мечи. Потом вниз, в сокровищницу. Квинта открывает дверь. Мы входим, берем добычу и испаряемся через тайный ход. У меня все. У кого есть вопросы? Все выглядит прекрасно, но что если что-то пойдет не по плану? В этом случае каждый сам за себя. Вот так вот просто? В этом ремесле нет места дружбе. Нам нужно опасаться еще каких-нибудь мер безопасности? Ловушек? Ничего особенно серьезного. Вот здесь, на первом этаже, есть шнур от колокола в башне. Если он зазвонит, у нас будут неприятности. Как сделать, чтобы он не звонил? Не дергать за шнур. Все, как я сказал. Аукционный дом будет пуст. Я не жду каких-то проблем. А сокровищница? Как она защищена? Дверью. Но с ней ты справишься. Все прочие проблемы будем решать по мере появления. Что-нибудь еще? Позволь очевидный вопрос. Если в сокровищницу ведет тайный ход, которым мы уйдем, почему бы нам не войти через него же? Хороший вопрос. Почему? У каждого коридора 2 конца, правда? Но я знаю, как найти только тот, что в сокровищнице, а другой где-то за городом. И я понятия не имею, где именно. Ага, чудно. Если бы я знал... Если бы как-то смог это выяснить, вы были бы мне не нужны. Так что поверьте, я пытался. Еще вопросы? Добро, беремся за работу. Нечего тянуть кота за яйца. Замечательно. Встретимся у ворот рядом с башней ровно в полночь. И убедитесь, что за вами не следят. Я дам сигнал повару в гарнизоне. А как насчет масок? Может, наденем? Мои гончие листы висят по всем городам севера, так что... Оставь это мне. Да, и еще одно. Если кто-нибудь из вас донесет стражи, разболтает за пивом, убью собственными руками. Если ты боишься, что кто-нибудь выдаст, тогда пойдем все вместе. Немедленно. Возражения? Кому-нибудь нужно еще время? Тогда пойдем.